Окраина Незавертайловки, Свободейский район, молочная ферма. Работают 4 года. Начинали с 10 коров, а теперь их в 10 раз больше. Вот это у нас Танюша. Ну и каждая корова там Лиза. Ну, короче, так каждая корова имеет свое имя. А бычка назвали Вася. То есть каждую корову знаете в лицо? Ну, конечно. С каждой из 100 коров в среднем по 20 литров молока в день сдают на столичный молочный комбинат. За каждый литр дотация, рубль из бюджета. Это поддержка. В квартал у нас вышло 12 тысяч рублей. На эту сумму купили семена лицерки. Это большой плюс, это стимул дает, чтобы дальше работать и развиваться. Как-то, как-никак, это неплохие деньги, потому что зависит, сколько молока сдаешь. Если сдаешь больше молока, то получаешь, естественно, больше сумму денег. И хорошо, это очень помогает. Помогают и льготные кредиты от фонда Госрезерва. Первый здесь взяли в 2019-м, приобрели сельхозтехнику. На днях получили второй, на полив, чтобы самим выращивать корма. У нас всего получается в общем 18 гектаров земли. Это для 100 голов очень мало. Хотим развиваться, хотим увеличивать. Стадо растет. Вот новогодние телята. Всех нужно кормить. В будущем это еще больше молока, говорит фермер. Есть планы открыть и сыродельный цех, а это новые рабочие места. Льготные кредиты в том числе на развитие животноводства. Прошел очередной наблюдательный совет. В этот раз у нас было очень много заявок, 10. Преобладают заявки на развитие мелиорации, но в то же время поступили заявки на развитие животноводства. Одна поступила на приобретение крупного рогатого скота. Скот будет приобретаться в количестве 99 нетелей. А также была заявка от крестьянско-фермерского хозяйства на мелиорацию для выращивания собственного корма. Для хозяйств, которые занимаются животноводством, очень важно иметь свою кормовую базу. Это уменьшает их расходы на приобретение корма, и в то же время они могут эти высвободившиеся ресурсы реинвестировать в развитие своего хозяйства. Это в конечном счете влияет и на цену мяса либо молока, и в то же время позволяет им более интенсивно развиваться. Льготные кредиты – это субсидирование процентной ставки, когда часть процентов берет на себя бюджет. С 2018-го такую поддержку получили 177 предпринимателей. Большая часть – на развитие сельского хозяйства.